Картина, какое у нее название будет? Она излучает вот тут вот, по контуру. Вот так. Ну вот здесь вот я держу, вот я держу руку ровно над этой красной точкой. И такой лучик идет. Луч его не видно, но ощущается очень явно вот в ладошке, в ладони тепло. Ты понял, что это твоя картина? Ты понял, что это твоя картина? Как ты ее назовешь? Как я ее назову? Ну, я ее назову «Рассвет». Хорошо. Картина «Рассвет». Владелец Али Платонов. Может, сказала ты чего?